На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам ЖКХ Одесская мэрия решила выделить 1 700 000 гривен на освещение спусков к морю. Капитальные ремонтные работы проведут от парка Шевченко к пляжу Лонжерон на спусках к 12, 13 и 14 станциям Большого фонтана. От Шампанского переулка к пляжу Дельфин, а также на спуске к пляжу в переулке Каркашадзе. Все работы в мэрии планируют закончить к началу нынешнего курортного сезона. На сегодняшнем аппаратном совещании проблему отсутствия освещения на большинстве спусков поднял мэр города Геннадий Труханов. Давайте в этом году проведем работу также, в том числе и с предпринимателями, которые нам тогда оказали помощь. И лестницы, перила на лестницах, сход к воде, не к воде, а вот выше к пляжу, по склону. Предусмотреть освещение, потому что трассу здоровья подсветили, лестницы необходимо в этом году начать проектные работы и провести переговоры для привлечения внебюджетных средств в том числе.